наше лето 60 прорезается. Итак, друзья, аптека Pharma Impact открыта. Вот так торжественно, с танцами, красной лентой и горячими блинчиками сегодня в Березниках отмечали социально важное событие для тех, кто устал выкладывать из кошелька баснословные деньги за лекарства. Теперь просто запоминать адрес новой аптеки Pharma Impact, где препараты продают по доступной для многих цене. Конечно, пониже цены, чем у всех других остальных. Мне понравилось. Тут купончик мне дали по 31-е. Я надеюсь, что еще что-нибудь приобрету. И вот здесь вам всегда придут на помощь. В «Фармаимпаксе» случайных людей нет. Все со специальным образованием, подкованные знатоки пилюль, вакцин, мази и целебных бальзамов. Среди 8 тысяч аптечных товаров вам в два счета подберут верное средство от тоски и боли, витамины или даже секретный эликсир молодости и красоты. И самое главное, ждать ничего не нужно. Для удобства покупателей работает 5 касс, и практически все востребованные лекарства всегда есть в наличии. В аптеке представлен широкий ассортимент лекарств. И очень важно, что у нас есть редкие препараты, которые мы можем привезти, если их не будет в наличии. Но самое главное, что мы предлагаем покупателям доступные низкие цены. Это позволяет значительно сэкономить бюджет каждой семьи. Широкий ассортимент позволяет удовлетворить интересы любых покупателей, пенсионеров, и молодых мам, и покупателей с хроническими заболеваниями. И о качестве здесь, кстати, тоже заботятся. Все лекарства проходят специальный контроль и хранятся строго по инструкции. Поэтому, собираясь в аптеку, обязательно загляните на юбилейную 28. И вы приятно удивитесь ценам Pharma Impact. К слову, получить информацию о нужных препаратах и их стоимости можно и в бесплатной справочной службе. Ее номер телефона сейчас на экране. Специалисты помогут приобрести медикаменты, не выстаивая долгие очереди. Вера Андреева, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья.